Ребята, привет! Мы медленно, но верно приближаемся к 10 тысячам зрителей, правда, из которых всего 20% активных. Однако, думаю, пришло время поведать вам о моих неких планах. Я уже давно вынашивал эту идею у себя в голове. А тут как по заказу, и игра подходящая, да и коллега то же самое с работы предложил. Вот, собственно, я созрел. И к чему же, сука, ты созрел, спросите вы. Короче говоря, на нашем канале стартует рубрика «Противостояние», где будут проводиться турниры по той или иной игре. Правила турнира определяю я. Приз, само собой, тоже какой-то будет. Понятное дело, что сейчас он символический, ну там, игра в Steam или еще чего. Но в будущем, если канал ждет какой-никакой успех, призовые будут увеличены пропорционально. Так уж сложилось исторически, что моя жизнь сильно граничит с киберспортом и играми в целом, поэтому я подумал, вам было бы интересно все это увидеть, да и поучаствовать. В общем, друзья, а не хотели бы вы поучаствовать в турнире по Forts? Напишите, пожалуйста, плюсик в комментариях, чтобы я представлял, сколько примерно вас может быть. Тогда я составлю сетку, распишу правила, придумаю приз и выйдет дополнительный ролик со всеми нюансами. Как это будет происходить, что для этого нужно и все такое. Я тоже поучаствую, но уверен, до победы не доберусь, но будет весело. Однако все остальные матчи, ваши уже матчи, обязательно вам покажу и прокомментирую. Собственно, такая вот информация, товарищи. Если вы положительно отзоветесь об этой идее, турнир начнется сразу, как только я пройду основную кампанию. И если опять же все пройдет хорошо, это только начало. Спасибо за внимание. Покусички.